стихотворение на конкурс. Дети читают стихи. Настя Лазухина, 6 лет. Написал Сергей Есенин. Белая береза. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обступает ветки новым серебром.